Всем привет, ребята, с вами Данилка. Сегодня я без Толямбы решил довести до вас важную информацию, почему так долго не выходят видеоролики. Потому что Тосян Столяров сам Тофич заболел ветрянкой. И вот почему так долго не выходили ролики. Тофич заболел ветрянкой. Ну вот, короче, я довел до вас информацию, почему так долго не выходили видеоролики, потому что Тофич заболел ветрянкой. Я пойду завтра к Тофичу домой, посмотрю, как он жив или сдох ли уже. Не знаю, я его давно не видел. Короче, ребята, я не могу снимать без него видеоролики, так как это наш общий канал. Короче, вот, завтра пойду к Тофичу домой, посмотрю, как он живой или не живой. Ставьте лайки, чтобы он живой. Ставьте лайки, чтобы он побыстрее выздоровел. Лайкосики. И всем до скорой встречи, удачи, всем пока.